Для определения направления магнитных линий очень удобно пользоваться не правилом Буравчика, а правилом правой руки. Для того, чтобы им воспользоваться, определяем сначала направление тока, будь это виток или катушка. Ток всегда направлен от плюса к минусу. На этом рисунке вот очень хорошо показано стрелочками направление тока. Правой рукой нужно обхватить катушку так мысленно, конечно, чтобы обхват пальцев совпал по направлению с током. Тогда отогнутый на 90 градусов большой палец покажет, где будет находиться северный полюс магнитного поля, созданного этой катушкой. Вот здесь будет северный полюс, соответственно, здесь будет южный полюс. Магнитные линии, они всегда из северного полюса выходят в южный, заходят. Из северного полюса выходят в южный, заходят. Если мы расставим магнитные стрелки, то они сориентируются северным полюсом по направлению магнитных линий. То есть, если вот здесь вот у нас будет стоять магнитная стрелочка, то ее северный полюс будет направлен туда, куда направлена будет, вот он туда будет направлен, куда будет направлена магнитная линия. Если будет понятно правило правой руки, то вы легко сможете выполнить следующий тест.